Шторм Ханун угрожает Китаю, Филиппинам и Вьетнаму. Тропический шторм сформировался в Тихом океане. Новый тропический шторм Ханун, который сформировался в Тихом океане, представляет опасность для Филиппин, юга Китая и северной части Вьетнама. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщила метеослужба Гонконга. Сейчас эпицентр циклона находится у северной части крупнейшего филиппинского острова Лусан. Набирая силу, атмосферная вихревая воронка смещается в западном направлении. Метеослужба предполагает, что уже к следующему понедельнику стихия может ударить по китайскому курортному острову Хананнь. Во вторник шторм обрушится на побережье Вьетнама. Ранее сообщалось, что в Атлантическом океане сформировался новый тропический шторм под названием Офелия. По материалам сайта newsgro.com.